Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие девочки, мальчики. Сегодня я буду готовить кабачковые кексы. Устроила все тут на столе. Конечно же, съемка будет оставлять желать лучшего, однако. Ну ладно, я постараюсь, как смогу. Я приготовила вот здесь примерно грамм 800 кабачков. Очистила они у меня, видите, какие уже мягкие. Потому что это, конечно, не свежесорванные, они у меня лежат, их очень много, надо использовать, поэтому я вот готовлю эти кабачковые кексы. И в ближайшем времени я буду, скорее всего, использовать в своих блюдах кабачок. Также я взяла 3 яйца, я вам рассказываю, не знаю, вам видно, конечно, грамм 100 сыра, грамм 150 копченой колбаски, 1 перчик, 3 зубчика чеснока, соль, перчик черный, соду хлебную, потому как у меня нет разрыхлителя, сбегала в магазин сюда, не оказался. Короче, взяла хлебную соду и уксус. Буду гасить уксусом. И, в принципе, раньше это и делали. Что уж говорить-то. Что, прям у нас там разрыхлители у всех были, что ли? Буду еще использовать зелень, она у меня замороженная. Ну, как вот тесто уже будет готово, я достану из морозилки и добавлю в тесто. Взяла формочки. Формочки нужно будет смазать маслом, ну, без запаха желательно. Сейчас я тру кабачок. Натертый кабачок перекладываю в миску. Сразу подсаливаю. И что тут, 2 щепотки соли. И оставлю минуток на 5. Конечно, у меня не столько много сока с него, потому как он лежал. Но тем не менее, все равно жидкость присутствует. Кабачок пока я отставила в сторонку, сама тем временем займусь колбаской, добавками к кексу. Крошу ее кубиком. Так, колбаску я покрошила. Теперь крошу сыр. Мне нравится, когда он покрошен кубиком. Смельчаю чеснок. И измельчаю перчик. Тоже буду его измельчать мелким кубиком. Я выжимаю кабачок. Вот столько жидкости у меня образовалось, которая мне совершенно не нужна. Перекладываю кабачок назад в миску. Добавляю сюда сразу начинку. Вернее, не начинку, а с чем это будет все смешано. Так, сейчас сразу же добавлю сюда перчика черного.
Вот такой черненький. Немножко совсем соли. Я, кстати, дорогие друзья, забыла сказать про то, что мне нужна будет мука. Я погасила соду хлебную. Так, сейчас я разбиваю яйца. Я добавляю сюда зелень, ну так примерно большую ложку укропа, и у меня сегодня будет лук замороженный. Сейчас я это все перемешаю вначале. Добавила сюда соду и добавляю сюда муки. Смотрите, чтобы тесто не было густым. Ну и не сильно жидким. У меня была половинка вот этой кружки муки. Ну, примерно грамм 150. Но я ее не использую всю. Нет, все-таки она у меня вся уйдет. Все, я перемешала. Тесто готово. Сейчас я подготовлю формочки. Я их смажу маслом подсолнечным. Все, формочки готовы. Сейчас буду раскладывать тесто. Я не совсем полную форму. Надеюсь же, что они у меня подойдут. Формочек у меня мало. Кстати сказать, я поставила разогреваться духовку. Пока на 220 градусов, сейчас нагреется. Я убавлю до 180 градусов и буду их печь минут 20. Такие сейчас формочки красивые, цветные. А раньше, они у меня даже где-то сейчас есть, у меня были формочки для кексов, мама мне покупала. Ой, я даже не знаю, с какого материала. Ну, не из жести, конечно. Какие-то железные, честно сказать. Все заржавели уже. Стряпали в них тоже кексики. А сейчас что угодно продается. Только готовь. Примерно осталось у меня где-то на 3-4 формочки. Ну что, друзья, ставим в духовку и ждем минут 20. Первая партия у меня готова. Знаете, отпеклись ровно 35 минут. Я еще заглянула, еще я и прибавила духовку на 200 градусов. У меня напряжения нет. Вообще сегодня что-то плохо стряпались. Иногда прям быстро-быстро. Достаю я их из формочек. Ну, чистенькие формочки абсолютно. Прелесть силиконовой формы. Такие нежные, они очень мягкие. Сейчас я быстренько испеку следующие, чтобы
теста не оставалось. Вот это. Я, вы видели, на столе у меня творожный сыр. У меня, к сожалению, моему этому шприцу кондитерскому уже в обед исполнилось 120 лет. Поэтому я буду использовать мешочек. Вот такой вот. Ути какая. Да, это все так делают. Это давным-давно. Так, сейчас я порежу, отрежу здесь кусочек. Кусочек. Все, начинаю украшать. Смотрите, вот так вот наносим. Как красиво. Сыр. Ну, это же будет вкусно. В общем, этого творожного сыра у меня не так уж и много. Там сколько, я сейчас посмотрю. Поэтому я вот эти 11, даже, наверное, и не хватит на 11. У тебя дырка большая. Ну да, большая. Для украшения. Тут надо целую эту гору на них налить, чтобы красиво было на праздничный стол. Что, у нас сегодня праздничный стол? Ну, вдруг кто-то захочет на Новый год их приготовить. То есть подготовка. В общем, хватило мне всего 2, 4, 6, 7 вот этого творожного сыра. И вот тут сколько? Сколько его грамм здесь? Сейчас я посмотрю. 140 грамм. Короче, маленькая. Маленькая-маленькая баночка. И цена его 83 рубля. Так-то не дешевенький. Ну, гостей вообще дорого встречать. В общем, вот такая вот вкуснятина. Сейчас мы эти будем пробовать без украшения. А эти у нас будут праздничные, с украшением. Сейчас мы сядем. Вот такие вот они мягенькие получились. Посмотрите, пропеклось все. Очень вкусные, нежные. Просто обалденные. Вот из того количества продуктов, что я вам показывала, получилось их 22 штучки. Формочки я покупала в фикс-прайсе по 55 рублей. Ну, давно уже, правда, ну. Так что, смотрите, формочки одинаковые, везде есть. И стряпайте кексы, наслаждайтесь их вкусом вместе с нами. Не забывайте поддерживать наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Ну и до новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Ребят, а с творожным сыром вообще объедение. Попробуйте, не пожалейте.